Специальный выпуск Хайкок Факет ТВ. Володька занят. Веду без него я. Сегодня мы займемся экзорцизмом. Пойдемте за мной, скорее. Не оставай только. Не оставай. На вид молодой человек, басист. Но он испил зеленого змея. Испил демона в себя. Последствием пакеров. Блин, сейчас мы его будем вычищать из этого говна, чтобы у него не было похмелья. Внимание. Отче наш, ищи на небеси. Отче наш, ищи на небеси. Хлеб ты наш разумный. Воскуси Иисуса в себя, поверь. Поверь в себя, Иисуса, поверь с него. Отче наш, ищи на небеси. Отче наш, ищи на небеси. Христос с тобой. Прими Христа в свое сердце, сука. Уверуй Христа. Уверуй Христа. Христос с тобой. Ладно. Вот, вот. Видите, все. Ложился язычником, проснулся православным. Я охуенный экзорцист. Я гитарист. Прежде всего, я гитарист Хайкл Фагет, но потом я экзорцист. А вы знаете, кто ведущий? Ты, сука. А ведущий я, и поэтому надо ему по яйцам разок дать. Что? Спасай ситуацию. Я не понимаю. Еще у нас бесноватый. Креститься, меня покрестить. Тебя покрестить, меня покрестить. Я немножко не понимаю. Я хватаю своих пенсов в тебя. Я немножко не понимаю. Я немножко, не понимаю. Если в туре нас поимели и заставляют нас ебаться друг с другом, что тогда происходит? Я немножко не понимаю. Я тоже не понимаю. Нравится ему вовсе есть хуи местные. Да. Я ни на что не намекаю. Поговори сюда. Я тут думал, что моя красная конфетка должна рассказать вам одну интересную историю, которая заключается в том, что нужно глубоко погружать в себя одну интересную красную штучку. Я тут подумал еще чуть-чуть, что красный... Вот спасенный, что красный не проснулся. Проснулся мой спасенный, или ты спасен? Илья, что ты чувствуешь, скажи, пожалуйста. Бля, можно поспать, ребят, ну что такое? А, ну все, нормально, ложился, когда увидели, как он ложился, ему плохо было. Он орал, что нас ненавидит. А сейчас он как бы просто вежливый молодой человек. Прежде всего, басист и вежливый организатор концертов и мероприятий. Вот. Так считаешь? Да. Предадимся оргиям. Чувак, не вот микрофон еще. Специализированный выпуск, да? У нас как бы тут без купюр, без купюр. Давай, давай, займись пока вот тебе, ты спасай ситуацию. Я кончился текст. Вот тебе еще помощь тебе. Нет, пожалуй, я откажусь от этой штуки. Вань, вот что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что Макс лучше не знать, чем трогали этот гель, а он брал его в рот. Поэтому это как минимум небольшая проблема у него сейчас организуется. Да у него и так все плохо. Да, и так было нехорошо, а теперь станет еще хуже. Наоборот, хорошо. Не, ну я считаю, что я тебе советую на самом деле дезинфицировать, потому что у Макса гепатит. Нет, у меня гепатит, да. Зато я спас Илью. Сейчас буду все еще стоять ходить. Сука, нахуй. Спасибо. Сережу опять бесы вселились. Да ладно, он поехал опять. Давай крестить его. Давайте, ну, мне нужно, для этого нужен ритуал нам, короче. Давайте его положим его на стол, короче, будем в нем молиться все вместе. В нем молиться? Не в нем. Это крайние же веры, когда уже ничего помогать не будет. Христос воскрес. Воистину. Воистину воскрес. Давай. Давайте за Христа. Христос воскрес. Давайте просто помолимся за Христа, за него. Давайте смотреть на него. Кто здесь не верует? А что? Вот он, да. Я не то, что не верую, я так. Ты кусок говна. Блять. Так давайте мы же его обратим белого. Распнем. Подойди сюда. Распнем тебя, блядь. Давай, иди сюда. Поведаю Христа.
поверую Христа. О да, о да. О да, о да. О да, о да. Веры, сука, в Христа. Во имя овса и сыра и свиного уха. Алюминий, помоемся. Эбанный день. Испей кровь Христову. Не-не-не, испей кровь. Кровь Христова, пей ее. Ошибочная кровь Христова, это Иуда, иудовская кровь была, извините. Перепутали там. Там рядышком упала. Ой, тихо-тихо, провода. Мы не соснимем, как кровь Христову, да. Кровь, смотрите, кровь. Кровь моя грязная, кровь. Попишись кровью мои ноги, кома. Испей крови Христа, сука. Испей крови Христа. Аколфагетовые. Мы всегда с вами. Все ради вас. Все без купюр. Все без купюр, да. Тебе нравится кровь Христова, сука? Нечего уже отбить. Нравится кровь Христова, да? Нет, нравится кровь Христова. Сука. Поедал Христа. Да, еще, блин. Не могу быть. А ну-ка, мастер, надо и иудея вон. Погружение. Ему нужно погрузить что-то. Снимите Фому. С открытыми глазами ебашит. С открытыми глазами. Давайте так, сейчас тихо. Давай, выдвинем вас. Сейчас. Уеду Христа. Богатый. Вы сегодня у меня отняли микрофон, и ведущий не я, но я думаю, вам и так все понятно. Вот с такими моральными уродами мне приходится ездить и брать у них интервью. Он просто верит. Скажи. Что сказать? Что ты веришь? Докажи. Я верю в Христа. Я верю в Христа. Христос в каждом из вас. Тебе. В тебе, вот смотри. Вот и заглянем в тебе, кто твой. Вон там Христос. Давай, давай. Иди. Ты хочешь покажу, может, Христос есть. Где у нас еще есть? Христос, может, у вас кардан еще есть? Кардан его, сука. Кардан. Говори, пожалуйста, я не могу больше говорить. Вот этот микрофон, потому что, как бы, у нас, мы работаем в боевых условиях, как бы, все по-настоящему происходит. Ни единого монтажа, как бы, нету. Блядь. По-моему, он главный человек, которого хуебесы все любят. Не, все нормально, я экзорцист, как бы. Я местный экзорцист. На весь туре, как бы, у нас должен быть один врач, один экзорцист, там, и так далее. Еще один. А, ну понятно, мы сейчас... Давайте мы с ним... В лицо стрелял. Смотри, можешь перекосить. Сейчас. Бля, я могу обосраться в Пасху. Я хочу плакать. Мне сейчас очень неудобно, кстати говоря, находиться, вести трансляцию прямую, как бы. Скажите мне, как тебе Пасху меня отпустить? Сейчас. Я хочу плакать. Давай, я тебе помогу. Давай, помоги мне. Получай, блядь, падла. Вот. Как бы, сила Христова. Она как бы, она как бы, да. Изыди. Пообщайся, пожалуйста, я хочу покурить, просто отдохнуть. Я не могу вести трансляцию больше в таких боевых условиях. Взял палку в руки. Взял палку в руки. Моисеем. Моисеем. Хочешь быть Моисеем, а? Пушки стреляют. Слушай, давай займись, вот молодой, давай, ты должен спасти ситуацию, давай. Я просто в шоке. Вы заметили, как салат три раза зашел в комнату, короче, одной головой высунулся, значит, посмотрел и съебался, блядь, три раза подряд. Одной головой, да. Главное, три головы. Салат. Салат, но в полуприседе. Салатишко. Давайте сюда. Давайте посмотрим. А вот этот уже плачет. Ему уже заебись. Вам заебись? Я плачу. Я немножко расстроился, но я это переживу. Вы не волнуйтесь за меня, пожалуйста. Я знаю, что мне делать. Я просто. Ты достаточно молодой. Давайте подойдем теперь поближе. Да, я хочу напомнить вам. Подойдем. Чу, блядь, он... взрослым мужикам. Вы вообще как себя ощущаете? Не по яйцам. Андрей, скажите, что вы думаете про Ну, я на самом деле много не смотрел. Отлично,
Я не видел два сезона. Андрей, вы знаете, где этот микрофон вообще был? Ну, я вот интуитивно по запаху ощущаю, что в разных местах. Ну да. Пожалуйста, спасайте ситуацию дальше. Все.